Что общего между ИГХТУ и НАСА? В Государственном химико-технологическом университете уже четвертый раз проходит турнир разработчиков «Хакатон». Американское космическое ведомство НАСА предлагает участникам на выбор несколько тем для размышлений. В течение двух дней непрерывно занимаются решением каких бы то ни было проблем, задач. В данном случае это задачи, связанные с освоением космоса, связанные с проблемами Земли, населения и все, что может улучшить нашу жизнь здесь или непосредственно в космосе. В России проект НАСА поддерживают в двух городах – Москве и Иванове. В прошлом году из 25 тысяч участников по всему миру команда ивановских программистов заняла первое место в одной из пяти номинаций. Молодым людям предлагают разработать мобильное приложение, механизм или написать компьютерную программу, которая поможет человечеству в той или иной отрасли на Земле или в космосе. Многие ребята участвуют в хакатоне НАСА уже не первый раз. В прошлом году меня позвал мой друг. Мы делали датчик, который определяет загрязненность воздуха окружающей среды в Ивановской области. В этом году мы будем делать приложение под Android, которое будет представлять собой квест-игру. Обучающая игра для тех, кто работает в горах или в ледниках. Чтобы успеть воплотить космические идеи в жизнь, ребята будут работать не только днем. Некоторые проведут бессонную ночь в университете. Организаторы обеспечат участников всем необходимым. Стремление заявить о себе на мировом уровне понятно, ведь главный приз – поездка на космодром, где можно будет своими глазами увидеть старт настоящей ракеты. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.